и толчок к развитию отечественного судостроения. В Херсоне иностранному заказчику сегодня передали современный танкер, построенный на местных верфях. За последние два года это уже третье подобное судно, отправленное из Украины за границу. Танкеры такого класса предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов и полностью соответствуют новым международным требованиям. В этом уверен вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. Для всех нас это большое событие, поскольку страна впервые за несколько лет, предприятие производит в полноценном цикле танкер, который будет гордо носить звание произведенного Украиной. Юрий Бойко заверил, правительство будет и дальше поддерживать украинских корабелов, поскольку развитие судостроения – это рабочие места и престиж страны.